российская команда «Старко» прибыла в Польшу. Так что они ничего не потеряли. Стоп. Они все не догоняли. Оба именинник зажигает. Если проблема мышечная, дискомфорт у кого-то сразу появится, значит сразу руку поднять и сразу уйти в поле, чтобы не доводить дело до конца. Иванов Паша, полузащитника. Справа Степанов Паша. Атмосфера, спасибо большое. А лучший ответ всем, кто пытается нас поругать, вот такие матчи. Там, кстати, такая Бога, колонна. Я чувствую, опасная, что вот туда. Сразу легчает. Вчера гимн поем, да, не выкрика, ни какого-то смешка. Вообще, ну хоть бы что-то, да. Все стоя аплодировали. Ну, как мы это сделали, как классно. Ну, то есть, просто вот. И мы это, на самом деле, большое место расстояние. Мы не всегда понимаем, что мы творим. Стоит здесь Дэвид Гетта. Спасибо, бро, за музыку. Спасибо. See you. Nice вот так вот. Thank you. Goodbye. For Russia with love. Миша, скажи что-нибудь Любе. Люба, привет! Здесь я выплеснул, наверное, всю усталость, которая у меня накопилась в Москве. Плюс вчера забил 2 гола, это такие эмоции добавило мне. Кто-то нарушил больше, чем немножко. Кто-то получил красную карточку. В итоге, в большинстве своем,
мы заработали 2 гола. Министерство культуры. Вы нарушили правила дорожного движения. Остановитесь, правда. Мы вас хотим продать. Еще театр! Друзья! Жив еще театр! Мы можем не вылететь сегодня. Иракли, ты-то хоть дойдешь до самолета? Мы все дойдем до самолета, гарантирую. Но прежде мы... Это все называется свобода по-европейски. Свобода. Свобода, друзья. Кто не лежал в Варшаве? Можно по тебе пройти? В Варшаве. Кто не лежал, не лежал в Варшаве? Не лежачий в Варшаве. Красивое небо. Я все-таки пойду на самолет. Пока. Эти веселые русские. Мы Варшаву не забудем никогда, никогда не забудем Варшаву.